Держитесь правее. Езжаем в Гранаду. Погода 25 градусов. Сегодня 13 марта. Вообще жара-жаровый просто вообще. Уже буквально лето. Какой-то в автобанчик въезжаем. И вот мы въезжаем в город. Значит, хорошо город смотрится. Сьерра-Невада, по ходу дела. Прям рядышком буквально. Гранада в горах. Используйте правую полосу, чтобы выехать по съезду 129 в направлении. И заезжаем в город сразу в пробку. Слушай, а вот паркинг еще один. На светофоре поверните налево, сюда. На дорогу Кали-Элхамар. Ну, рядом все, мы уже в центре. Цена одна и та же, вот, Леш. Ну, плюс-минус, да. И вот прямо на парковке, получается, чуть ли там в ней памятник искусств какой-то. Смотрите, сразу что-то все. Какая-то стена прямо на подземной парковке. Прикольно. Достопримечательность. Машины. Итак, Гранада. Идем в центр. Нам туда? Я уже в Гранаде третий раз. Очень город мне понравился последний раз, поэтому сейчас его поснимаю, посмотрите. Вот такой у них есть крутое местечко, называется Альгамбра. Вот туда надо билет брать, он такой недешевый. Видите, какой?
Полиция что-то одна стоит. Так, раз меняем улочки, так называть. Город такой туристический, народу много. Сегодня понедельник, 13 число. Не скажу, что здесь прям работают люди активно. Красиво. Это кафедраль. Аве Мария. Parece que es parece que
Пойдем сюда. Пойдем сюда. Thank you.
30 градусов показывает здесь, на солнышке что видно. Ай-яй. Там он делается. Может, возьмем попробовать? Смотри, просто вот, друзья, хамонария такая, так называемая. Популярная штука. Это бутерброд такой. Thank you.
Да, 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 да. Некрасивый партнер.